Всем привет! С вами канал «От рассвета до заката». Завтра мы начинаем новую жизнь, а это значит, мы отправляемся в дорогу Москва-Крым. Будем снимать трассу, все остановки, расскажем, сколько было потрачено денег на дорогу, на поездку, включая платные участки М4. Также сколько бензина было потрачено, в каком отеле мы остановимся, ну и всякое прочее. Много чего интересного. Да. Ой, что-то ест. Ну, блин, там утка что-то ест. Кость какую-то. Ладно, тогда. Когда мы выложим видео на YouTube с трассы... Камни сыпятся. Когда мы выложим видео с трассы нашей поездки по М4 Дон и все остальные видео, это пока что неизвестно, все под вопросом. Но постараемся сделать это как можно быстрее. Все будет зависеть, как нам быстро проведут интернет до нашего дома в Крыму. А пока можете следить за нашими инстаграмами, ссылки мы оставим в описании. Будем снимать видео в сторис начало 9 июля в 4 утра. Начнется наша поездка. Да, на этом все. Пока!